Меня зовут Ирина. Всем доброго дня. Мы приняли эстафету от Екатерины Имщиковой вместе с Сергеем Оськиным. Желаем этому проекту процветания, жизни, и чтобы действительно все желания и помыслы этого проекта осуществились. Вот. И передаем эстафету студентам Уфимского училища искусств, ансамблю молодых студентов Уфимского училища искусств во главе с Алиной Кругликовой. Я думаю, они будут не против, тем более ребята все молодые и энергичные. Бумажная луна! Сейчас Паше Коробицыну. Спасибо.